опытом хочу поделиться. О долгах два слова сказать. Я долгое время в сетевом бизнесе был в долгах. Маленькие, большие. И видел очень много людей, которые были в долгах. И вижу людей, которые в долгах сейчас. Имеют долги. Очень многие имеют долги. Практически все начинающие так или иначе впадают в долги. Мало кто из успешных людей прошел свой путь к успеху, не побывав в плену долгов. Долги – это плен. Это такое пленение жестокое. И ничего хорошего в долгах, конечно, нет. На тему долгов написано море литературы, и книг, и выступлений, и семинары, и все что угодно. Если вы имеете долги, то вам нужно знать, что это такое хорошо. Хорошо представлять себе, что это такое. На эту тему можно говорить долго, бесконечно, и конца и края этой теме нет. Я хочу практический совет дать. Если вы рассчитываете победить в этой жизни, если вы хотите преуспеть, начать зарабатывать и быть счастливым и свободным, у вас должна быть всепоглощающая первая и самая главная цель на начальном этапе – рассчитаться с долгами. Вы должны отдать долги. Если у вас нет этой цели, если вы имеете в виду обойтись как-нибудь, не отдавая эти долги самые, прорваться, не рассчитавшись с теми людьми, которые вам когда-то давали деньги, то у вас никаких шансов нет. Если в голове у вас есть такая задумка, если вы откладываете на потом, если вы об этом не думаете, если в целях отдать долги у вас этот пункт стоит на 139 месте, то тогда шансов у вас ноль. Мизер, вы не вырветесь. Это первое. Надо иметь цель в первую очередь рассчитаться с долгами. Второе. Когда у вас сложности и нет возможности рассчитываться с долгами, а кредиторы со всех сторон давят, второе, самое важное, вам нельзя прятаться от тех, кому вы должны. Вы не должны зарывать голову в песок и уподобляться страусу. Вам нужно выходить на своих кредиторов и разговаривать с ними в открытую. Вам нужно говорить в открытую. Вам нужно рассчитываться, отдавать долги, исходя из ваших возможностей. Если можете отдать 3 рубля, отдайте 3 рубля. Можете 10, 10. Но начинайте отдавать. Разговаривайте со своими кредиторами, чтобы они вас видели. Объясняйте им ситуацию, говорите им правду. Объясняйте, контактируйте, звоните, не укрывайтесь. Говорите, что вы обещаете, что вы им отдадите эти долги. Начинайте отдавать по возможности хотя бы сколько-нибудь. Рассчитывайте свои долги на план выплат. Ну, короче говоря, играйте с ними в открытую. Если вы будете делать так, вы обезоружите ваших кредиторов, вы лишите их беспокойства, из-за которого они вас терроризируют. Если вы начнете с ними общаться, если они будут понимать, как выглядит дело на самом деле, какие обстоятельства у вас и что вы намерены делать, они будут спокойно ждать. И тогда вам будет легче зарабатывать деньги. Никто вас не будет мочить, терроризировать, вам не надо будет прятаться, скрываться, нервничать. Когда вы в таком состоянии, зарабатывать невозможно. Вот можно еще долго говорить, но вот я вам хочу сказать две вещи. Первое. Поставьте цель отдать долги и делайте это действительно. И второе, в первую очередь. И второе, не прячьтесь, а играйте в открытую. Выходите на своих кредиторов и разговаривайте с ними, объясняйтесь. И отдавайте помаленьку хотя бы, хоть по 10, хоть по 20 долларов, хоть по 100, сколько можете, но отдавайте, чтобы они видели, что идет движение. Тогда они успокоятся. Дважды вам повторю, еще могу раз повторить. Первое, обязательно отдайте долги, исходите из того, что это необходимо, это неизбежно, вы это сделаете. Это в первую очередь, чтобы преуспевать, иначе не будет успеха. И второе, начинайте отдавать. Прямо там, где вы стоите, с тем, что у вас есть уже сейчас, и разговаривайте со своими кредиторами. И тогда у вас начнется движение, вы сами удивитесь. И третье могу вам сказать.
Без Господа Бога шансов отдать долги мало. Можно отдать, выкрутив себе, намотав кишки на палку, изнурив себя. А вот если вы будете полагаться на Бога, Он вам поможет. Молитесь, просите, и все будет. Но желаю вам удачи. Бог, до свидания.